Праздник спорта и добрых дел. Более 120 спортсменов решили принять участие в благотворительной гонке «Добрая лыжня». Соревнования состоялись на лыжной базе «Чайка». Для разной возрастной категории своей дистанции отдельно прошел костюмированный забег. Дистанция у нас сегодня от 500 метров до 5 километров. Костюмы, детский забег, самые маленькие дети бегут 500 метров. Юноши, девушки – километр. А взрослые уже – женщины 2,5, мужчины 5 километров. Стартовые взносы участников гонки направят на приобретение модульного протеза голени для жителя Самары Дмитрия Изодерова. Он из-за осложнений диабета потерял ногу, сейчас, к сожалению, из-за этого не может работать. Мы ему решили помочь собрать средства для того, чтобы купить ему новый современный технологичный протез ноги. Семья Светланы Небритовой регулярно участвует в соревнованиях, в том числе благотворительных. В этот раз дистанцию пробежали и сын, и дочь. Им это нравится, они это понимают уже, что делаем доброе дело. Любим спортивный образ жизни, здоровый образ жизни. И дети очень любят кататься на лыжах. Все участники гонки на финише получили медали, а для победителей подготовили призы. Но главной наградой для гостей праздника стала возможность совершить доброе дело вместе. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков. События.